за... Вот вас действительно немного, я привыкла, что Саша просто делает мега-рассылку, и этот зал заполнен полностью, но тем не менее, мне кажется, у нас такая очень теплая, уютная домашняя обстановка. Добрый вечер. Сегодня мы думали, какую программу все-таки... Наверное, все-таки это не совсем новые песни, это хорошо забытые старые, которые мы редко играем и поем. И сразу, давайте как... Саша делает пока удивительные жесты руками. Thank you.
Танчав се на равели, нам
Спасибо. Thank you.
тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем не трудно. Опять наш любовь за собой позвала, мы нежность, мы нежность, мы вечную нежность. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Мы звездная память друг друга. Спасибо. Я однажды обещала, когда исполнила впервые на этой сцене, по-моему, песню «Признание» Виктора Резникова, чуть уже с таким комом в горле и со слезами говорю: «Саша, больше не буду петь эту песню». Вот сейчас пока с «Эхо любви» такая же история. Кручу-верчу, забудуть хочу. Так называется эта песня. Сахар ли соблазывает в дым? Shaped the alarm goes. Oh.
По дороге в школу.
предателей твоих 100 обид стерплю, потому что я тебя люблю. Знаешь, я давно тебя люблю. Профиль твой на клетчатых листках. Все бумажки, которые мне передает Александр, это тексты его любимых песен, которые я еще не выучила. Это очень женская песня. Если она сначала написана была очень много лет тому назад, если вы вспомните слова, я специально не говорю, какая это песня, потому что с первых нот вы ее, конечно же, узнаете. Те, кто слушал эстраду тех лет, 80-х, наверное, да? Даже начало 90-х. Так случилось, видно, это судьба. Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу. Всякое про нас говорят, все решают, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если сбросит меня голос небес, кто на свете всей дороже тебе? Я отвечу, ничего не тая. Дочка, мама, ты и я. Прости. Поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь.
хочу. Улетят мои веселые дни, и рекламные погаснут огни, но останется со мной семья, дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. Yeah.
жив. Александр Лосев. Музыкант шутит. Автор жив, и это поправимо. Это непоправимо, потому что Александр просто обречен на написание новых композиций, хитов. Угадываю мелодии. Ребят, у меня просьба к сотрудникам клуба. Если можно, стаканчик воды, пожалуйста. Комната температуры. Два. Автор жив и хочет воды. Yeah.
онлайн. Концерты сможете каждый день смотреть здесь, можете смотреть по интернету, если вдруг нет возможности приехать. Я, конечно, сейчас, наверное, совершила преступление, но у них там нет такого звука, как у нас здесь. Все-таки энергетика здесь другая. Надо все-таки в клубе лучше. Так вот, наверное, те, кто смотрит интернет-вещание в Грузии, наверное, скажут: «Эх, Этери, Этери, как ты можешь этого не знать?» Но, к сожалению, обещаю узнать. И эту песню мне напомнил замечательный певец. Нет, ты мне напомнил, понятно. Но ее существование мне напомнил удивительный Евгений Гор, который безупречно и без единого акцента исполнил эту песню. И я тоже захотела ее исполнить. Чем без акцента? Чем от гомы слова вилес? Ты не останови вида. Ну что ж, опять ты хочешь в старое играть, маски и грим, все как вчера. Понять пора, мне больше не нужна игра. Слышишь, шепчу тебе. Я не желаю играть.
вся жизнь не так, с проблемой путаешь пустяк. Главное прячет вишня. За днем года упала не одна звезда. Слышишь, кричу тебе, пора. Исполнение автором этой песни. Друзья, немножко пообщайтесь, через некоторое время мы вернемся. Нет, я вернусь. А что это означает, вы узнаете. Я сказала с Александром, объяснись. Он не стал этого делать, он тихо покинул. Скажем, это как-то красиво. Теперь мне надо дотянуться до педали. В общем, не стреляйте в пианиста, он играет как может. Первая песня, которую я сейчас сыграю, спою. Газ, тормоз, цепление. Первая песня, которую я спою, в ней говорится о том, я не жалею ни о чем. Вот сейчас спою и не жалею ни о чем. Oh,
песню, которую я написала, когда мне было 15 лет. Я не знаю, в таком возрасте. Я знаю, что пишут песни, когда даже еще моложе. Мне вот одна из моих учениц, с позволения сказать, она написала песню, когда ей было 10 лет, и я даже ей бэк-вокал прописывала. Тогда она еще не была моей ученицей. Так что нет предела совершенства. Даже, оказывается, 5-летние дети пишут песни. Ну, мелодии какие-то у них возникают. И песни, которые готовятся к выходу альбома, я, эта песня войдет в альбом, называется «Симфония грусти». Настоящая песня 15-летнего ребенка. Самое, наверное, главное достижение исполнения грузинских песен, что людям после этого хочется увидеть то место, где эти песни родились. А поехали вместе в Тбилиси.
я умею играть и петь. Пойдет? Нет? Смотрите, что у меня здесь. Жду в гости Катюшу. Фантастическая. Опа, что я нашла. Конечно, ну ладно. Попозже. Это... тоже позже. Вот, мне, например, список. Вот смотрите. Например, есть такая потрясающая песня. Тоже грузинская. Надеюсь, что вы сейчас меня не будете упрекать за то, что я пою так много грузинских песен. Просто знаете, когда я играла на фортепиано и пела, когда жила в Грузии, заканчивала в школе. И поэтому вспоминаю только эти песни, наверное. Я не знаю, если вы мне подпоете, то я буду просто счастлива. Очень-очень простой пример. Слова ри-ра-го-ре-ра-го-ре-ра-ри-ра-го-ре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 
Опять себя наказать, эту песню написал Джасу. Когда сам играешь, можно ли вовремя остановиться, я мысль пришла, и надо же ее озвучить. Я же не могу держать в себе. Джасу Хахидзе, вы помните, я вам говорила, что он написал очень много песен к мультикам, а это песня из мультфильма «Арбуз». Вот. Я все сказала, больше останавливаться не буду. Акацмёры, кацмёвар, и мигом розы ворзывар. Амывал лавучки с игроства, что украл висят смида, тоже украл висят. Биди Павле дал громавещие перствали, Винде корца сгорали, хрещели, станам осавали, Чели станам осавали. Землю пройти. Ласково смотрит большая медведица.
глазах твоих светится, словно с тобой родила. Ignite.
очень... Есть очень интересные слова. Take my hand and walk with me, my love and my light. Do you know the beauty lying deep in the night? Close your eyes and... В общем, очень красивые слова. А песня какая красивая, чтобы вы знали. Эта песня завершает очень красивый музыкальный проект, который называется «Голоса любви». Мне сегодня повезло. Здесь есть Юпитер. Это одно повезло. Раз, повезло раз. Повезло два. И повезло два. Автор этих строчек находится в этом зале. Миша, прости, я такую подставу делаю со всеми и часто. Подойди, пожалуйста, мне очень скучно одной на сцене. Пожалуйста, помоги мне спеть эту песню. Майкл Найт, друзья. Автор, исполнитель, композитор, музыкальный продюсер в своей-то... Thank you.
Oh,
завершила мое участие, с которой я завершила свое участие в проекте «Голос». Ну, она, конечно, будет не в такой аранжировке, как там, но будет как, собственно, написано. Затихает Москва, стали синими дали. Извините, сейчас кто снимает, сделайте паузу. У музыкантов есть такая дурацкая шутка, я сейчас стали синими дали. Они вообще говорят, ну подождите, хлопайте. Стали синими дали. То есть ты поешь, а они сзади, лучше бы дали зелеными. Ужас, простите, все, я ничего не говорю. Затихает Москва. В грузинском театре проходит сказка «Красная шапочка». И тут как раз наступает тот момент, когда «Красная шапочка» приходит к переодетому волку и спрашивает: «Бабушка, бабушка, скажи, а почему у тебя такие большие уши?» «Это потому, что тебя хорошо слышит, моя внученька». «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» «Это чтобы тебя хорошо видеть, моя внученька». «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такой большой нос? Эй, ты на свой посмотри, да?» Все, все. Больше я не вещаю. Друзья, спасибо вам большое. А почему я этот нос вспомнила, не помню.
поеду в Тбилиси, запомните, Джос, это когда поднимают тосты и очень громко хотят за кого-то произнести. Спасибо, ребята, спасибо, мои хорошие. Друзья, до новых встреч. Следующий концерт у меня буквально послезавтра. Следите за афишей в социальных сетях, сайт мой, к сожалению, пока еще не работает. Наверное, надеюсь, что скоро заработает. Спасибо, Майкл, спасибо, Майкл Найт. Спасите. Спасибо тебе большое. Спасибо большое Александру Лосеву за прекрасные песни. До новых встреч, друзья. Счастья вам, здоровья, хорошего летнего настроения. Всегда. Спасибо.